Можешь меня поснимать, если тебе это нужно? Да, сейчас. Вот сейчас. Сегодня еще есть вот этот кальций еще по скидке или уже нет? Кальций со скидкой, он, по-моему, только вот до сегодня. Ага. По-моему, только уже все. А сейчас уже нельзя, да, заказать? Но если он сейчас есть в наличии, то пока еще в воскресенье, то я думаю, можно. А как узнать? Можешь сейчас узнать? Это надо сейчас посмотреть. Сейчас я посмотрю. Так, цифры пошли, можно уже просто снимать. Так, сегодняшний вечер замечательный. Да. Сегодня день без дождя обошлось. Да, кстати, сегодня первый день без дождя. То у нас обычно всегда дождик. А ага. Сегодня у нас без дождя. Ну, нормально, не сильно душно было, да? Да, погода очень приятная, хорошая. Ага. Ветерочек такой. Так, попробую сейчас на это. Так, вот у нас тренажер поперечный. Поперечный шпагат. Да, поперечный шпагат, все правильно. Сейчас буду лезть на поперечный шпагат. Залезла. Замечательно. Вот. Так. Костыль мешает. Что, мешают костыли? Все, я убрала. Ага, хорошо. Ну все, начали. Раз, два, три, поехали. О. Лиха беда начала. Главное все начинать. Ага. Так опять начинает давить на палец. То одно, то другое. О. О, все равно растяжка работает. Тазобедренные суставы. В основном сейчас работа идет тазобедренных суставов и нагрузка на позвоночник. Руками держусь, не знаю, как нагрузка, но я все равно в основном стою, получается. А, то есть вис на руках? Нет, я просто держусь, я просто маленькая, не достаю, чтобы повиснуть. Угу. Я просто руки на них лежат. Все? Ну почему? Если как бы еще позволяет, как бы, нет, как говорится, нет неприятных ощущений, то есть эта нагрузка не сильная. А оно все как считаешь нужным, так по самочувствию. То есть здесь очень важно не переборщить, что называется. Да. Если считаешь, что достаточным, давай. На другой переходи тренажер. Да, спускаемся аккуратно, не торопясь. Ой, надо постоять. У меня все отдохнуть. Кружиться. Голова, да? Ага. Я же привыкла, что на земле. Ага. А тут на этом постояла, у меня это. Ну, видишь, нагрузка пошла, да, это очень хорошо, начинает работать, и кровообращение улучшается. Да. Держись. Держусь, вроде нормально. Ну, то есть... В прошлый раз сильно кружилась, в этот раз так, чуть-чуть. Так. Так, на какой сейчас идем? Так, на этот я не смогу залезть, потому что это... Упор вперед, а наш вперед двигается. А, я могу поддержать. Или пока на сидячий, давай решай, куда. Потому что я могу сейчас встать и просто поддержать, как в прошлый раз ногой. Давайте, поддержите. Все, иду. Вот под левую, мне вот сюда, так. Вот под вот и туда. Так. Все, держу. Упал. Ну, ничего страшного. Так, держу. О! Все. Все. Держишься? Да. Могу отходить? Да. О, я вперед уехала. Так, держимся. Ой.
Ага. Вот, пошло. Вот, идем на следующий тренажер. Идем в припрыжку и с удовольствием. Ага. О. То есть здесь вот даже упираясь поясницей, можно прохрустить позвоночник. То есть, да, вот. Именно упираясь и немножко... Не давило повыше. Угу. То есть ставь ножку так, как тебе удобно. Во. Отодвигаюсь, все равно скользю. Скользишь, да? Угу. О. То есть той ногой ты можешь регулировать тогда вперед, назад, эту вот так выставляешь, как тебе. Да, вот и эту, когда я ставлю вот так сюда, мне больно на мизинец. Ага. Но зато я так выше поднимаюсь. Вот в этот момент ты будешь прохрустить позвоночник. То есть ты максимально упираешься и наклоняй голову и прям выгибайся на этом кресле. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, вот, вот. Вот это вот очень хорошее упражнение для позвоночника. Да-да-да. Вот так вот нужно прям... И можешь в этот момент вот еще раз наклониться, Галин. Так же, да, наклоняйся позвоночник. И руки сзади... Вот-вот, максимально сдвигай их друг... больше. Вот максимально, как ты их можешь, друг к другу. Вот. Все. Вот так. Так, молодец. Ну-ка. Так. Ага. Вот, вот. Если ты их поймала. Во, 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 во. Ну-ка, посмотрим. Так, во, замечательно. То есть это для плечевого пояса, для рук, для суставов плечевых. Вот, и максимально, если ты их напрягешь, руки, максимально напрягаешь и в струнку прям вытягиваешь их, вытягиваешь. Во-во-во, вытягивай. Не получается. Ну, насколько получилось. Потом, потом, потом будет легче. Во-во-во. Во, замечательно. То есть вот этот момент... Здравствуйте. Здравствуйте. Пятый микрорайон. Так. Пятый. 29-й дом. 29-й. Это где-то здесь рядом. Вот этот 28-й, там тоже 28-й. По-моему, где-то чуть-чуть туда, вот немножко туда вам надо пройти. На этом смысле. Да, где-то там 29-й. Вот попробуйте вдоль этого дома обойти его. И там такие вот, как одноподъездные дома. Посмотрите, скорее всего, там. Вот там спросите, или, возможно, там, дальше где-то общежитие. Там, где-то может там быть. Рядом 29-й. Да, да, да. Вот в этом районе, за этим домом, может быть, вот там посмотрите. Может быть, посидим уже? Можно. Если считаешь, что уже достаточно, пойдем. Чтобы вам не тяжело стоять. Нет, Галин, я это самое. Если хочешь, продолжай. Я постою с удовольствием. Поэтому смотри, если считаешь еще возможным, продолжай. Давайте я там посижу. Все хорошо, Галин. Хорошо. Так, выключаю тогда. Ага. Но все равно стараться делать вот что. У меня тоже, а вы попробуйте сидя, вот как я, просто сидя их попробовать сомкнуть, если получится. Выгнуться сначала вперед и сомкнуть их. Не, Галя, у меня плечевые суставы сейчас... А, тогда-да, не надо. Плечевые суставы, если болят, то не надо, ну, лучше. Да. Лучше так вот, потихонечку, мягко, ага. А так вот, допустим, вот прохрустить позвоночник, вот слушай, прям идеальный вариант. А, прям вот так, ага. Ага. Вот, прям хрустит, и так хорошо, приятно становится. От того, что позвоночки, наверное, на место встают. Ага, а у меня так не получается. У меня ноги короткие. Вот, нет, а может быть, на них... Вот это тебя тоже надо будет попробовать еще раз. Просто ты сейчас увидела, что я делаю. И попробовать тебе...
нравятся на этом тренажере боковые наклоны. Ага, боковые наклоны. Сначала пальчиком я доставал, теперь уже видишь. А, уже рукой уже да, полностью достаете уже. Ладошка. Ага, да, это растяжка боковая хорошо идет. Да. Точно. Вот, ага. Так в бок очень трудно где-то нам. Ну да. А здесь ты держишься и наклон. Угу. Получается, а в эту еще растяжки нет. Угу. То есть вот это вот. Угу. Да, растяжка. Ага. Приятно, когда позвоночник растягивается. Хорошее такое упражнение. Да, вот теперь мы узнали еще одно упражнение для растяжки. Тоже будем пробовать. Я не знаю, может быть, ты попробуешь. Вот я сейчас, например, вот пальцы вверх, да? То есть я не касаюсь ни этой стороной, ни этой. То есть у меня вот это вот. Ну, я не знаю, это надо пробовать. У меня же стопы, я же не могу их вот так приподнять. Они у меня так как стоят и стоят, вот просто. А. Не знаю. Ну, вот я говорю, если получится, попробуй. То есть, пятка вниз и держусь только вот здесь, вот этой стороны, как полоска. То есть, соприкосновение с этой площадкой, полосочка идет. Ну, у меня, наверное, левая нога не согнется так. Попробуй. Там колено не сгинается. Правая, это то, что у тебя получится. Правой, да. А левой, допустим, ты правой, потому что хотя бы правую разрабатывать, а эту тогда вверх, понимаешь, на одной ноге. То есть это свободно, а работает правая. Вот это вот как раз для тебя, Галя. Получится, получится, нет, хотя бы разрабатывать правую ногу. Не, ну да, но лучше, когда обе ноги разрабатывать, а то на одну больше нагрузка, на другой меньше. Ну да, а потом вот пошагово. А, ага. Получается. Может, у тебя ходьба была такая, ага. Сидя ходьба. Упражнение можно использовать делать. То есть вот эти вот места проминаются. Мышцы. Мышцы и кости. То есть вот эти вот упражнения для малого таза. Тебя не хватает, да, длины ног, Галя? Да, так удобно, но не хватает длины ног, да. Потому что вот так вот тоже получается соприкосновение, идет только пятка, как раз вот до пальца. Да. У меня не получается, чтобы вот на кончик сидушки сесть. Я ж пробовала, я начинаю отталкиваться и скользю, как говорится, да, и не хватает, получается, длины ног, да. А так это удобно. Да, так было бы очень, очень даже неплохо. Потому что вот такими небольшими, то есть нагрузка на колени идет небольшая, но регулярная, то есть вот как бы малыми дозами. Потому что колени у нас должны работать, а в таком положении, как говорится, на костылях, все это сложнее. А здесь нагрузка идет на них минимальная. То есть без веса тела. Да, без веса тела на колени. Это хорошо, да, нагрузка минимальная. Угу. Вот приятное ощущение, даже в коленях чувствуется, что вот появляется желание делать, делать и делать. Потому что как раз идет выработка синовиальной жидкости в тот момент, когда мы начинаем это движение. Потому что
другим способом клини не получаются, не вырабатывается синовиальная жидкость. Угу. Без нагрузки. Угу. Минимальная амплитуда, вот так правильно будет. Минимальная амплитуда. Нина, да, и магния. Вот чуть-чуть, как говорится, не хвалюсь, а делюсь. Ну, действительно, здесь вот я вот на ночь выпила, вроде две ночи, я уже более-менее сплю, Галя, а то поверхностный сон. А так, ты знаешь, я хоть провалилась, хоть на эти 3-4 часа. Да, действительно, но... Так я тоже сейчас, вот меланин, мелатонин. Мелатонин, да. Жучара. Какой хороший. Пацаны, вот боец. Серега. Классный такой. О, пузико, ну-ка, пузико его сфотографировать. Лохматый. Лохматенький такой, правда. Смотри, какой интересный. Смотрите, ага, спинка, крепкий. Ух ты, крепкий. Ага, потрогай. Ух ты, как камень прям, смотри. Да, я тоже потрогаю. Потрогай, слушай, как камень, Галин. Ага. Какой интересный, да? Ну, защита, да, ага, защитный. Ну-ка, пузико дай поглажу ему. Смотри, это сейчас свежий. Ага, он сразу. Не хватит, свежий, щекотно ему. Щекотно. Звук это. А что ты будешь, смотри, классный. Да не бойся, да я его держу. Он же не кусается. Ты его потом в травку. Какой красивый. Можешь посмотреть, не бойся. Не бойся, подойди, посмотри. Потрогай, он как камешек, пальчиком потрогай. Боится. А что бояться? Вот смотри, я трогаю. Он же не кусается. Он же не кусает. Ох, как камушек. Он сам боится нас. Он сам тебя боится. Да. Потрогай, видишь, как камушек. Мы его боимся, он нас боится. И все мы друг друга боимся. Ой, смотри, вот иди подойди, посмотри, какой он интересный. У него лапки нету одной, что ли? Ну да. А, вот видишь, нету лапки. А, передние, да, лапки нету. Бедный. Мама. Где-то, наверное, в бою потерял. Ага. Вот такой. Как цепляет. Ага, цепляет, да? Ну-ка. Цепляет, ага, да. Цепляет. Ага. Ага, смотри, какие у него такие, как коготочки. Аккуратно. Как коготочки, да. Какой интересный парень нам попался. Боевой. Мне еще вот отталкивает сильно. Тебя толкает, да? Да. Освободиться хочет от тебя. Да я вот чувствую, как он напрягается, а. Ага. Вот, освободиться хочет. Ай! Все, это его это, в траву. Да и на дерево. Ну, на дерево. На дерево, ага, давай на дерево. Это саранча? Да. Ну, батюшки, какая она страшная. Вот это я не люблю, вот не люблю я их. Такие усики. Ага, слушай. Я даже на локоле видел даже. Такие побольше еще вот такого размера. Как-то вроде это надо опять, наверное, привыкнуть. Ну-ка, давай усики потрогаем. Тихо-тихо, не тяни. Ой-ой-ой, не надо. Это саранча. Саранча. Кузнечик, просто кузнечик. Я чего бояться? Вон он какой симпатичный. Здоровый, зеленый. Зелененький. Потрогай его, потрогай. Он держит его. Не бойся. Ты же жука трогал, не боялся. Вот чуть-чуть потрогай усики, да? Ну, а чего тут бояться? Отпускай. Потому что... Да, со стороны посмотрите все. Тут такое жало у нее, да? Слушай, правда, смотри, какое жало. И что он делает этим жалом? Как ты не боишься их? А, Владюха, вот этим жалом что он делает? Не знаю. Защищается, наверное, от таких вот, как мы. Нет, я кто их ловит? Интересно. Как выпрыгивают, а улетают. Ну да, они летучие. Кстати, вот крылья, да, он, наверное, летучий? Да. Да, летает. Я помню, в детстве у меня вот такая вот залетела, и потом ко мне в комнату ползла. Я утром проснусь, она ползет ко мне. Добродушная, ага. Очень доверчивая. Да, с таким жалом сзади. Это еще маленькая. Это я до сих пор помню. Ага. В лагере отдыхали. Какой? А, это уже новенький. Ага, это целенький. Целенький. Такой же, только уже такой новенький, же, да, лапки только все. Уже все целые. Ну-ка дай потрогать. Лапки целые. Ой, какой он жесткий, как камушек, надо же, интересный. Камень другой. Как камень, да. Броня.
Броня, да, защищается, да, защита у него. Знаешь, какой красивый. Жучок в шоке скажет, где я, что я, что такое светит, где я в невесомости нахожусь. Не причинят ли мне вреда, да, останусь ли живой. Ну, на, потрогай, потрогай, не бойся. Чего там, ну, не трогай, он очень дружелюбный, они не кусаются, ничего. А это их и не... Это лапки, они цепляются, они же держатся. Коготочки, вот ну-ка дай потрогать лапочки. Они же держатся, чтобы не упасть, по дереву лазят. Да, они коготочки, да. Лапками. Как интересно, коготочек так чувствуется. Ага, да? Прям такой, ух, вот как остренький. Клещ, вот такие клещи вот так цепляются у них тоже. А, зацепился прям так, ага. Так зацепился. Угу. Они же как крючок они. Крючки, да, вот ага, крючочки. Как крючки. Вот так они вот цепляются. Угу, крючочки. А? Как монстр. Да какой он монстр? Это какой монстр? Маленький, ну, беззащитный. Ну, похоже, лапки. Да, прям. Какой же он монстр? Он это такой фильм маленький. Монстр, там смотрите. А вот здесь настоящий. Да, это живой точно. Живой настоящий. Здесь настоящий, а то в кино монстр, да. Ну, какой хорошенький, правда. Реально? Ты ничего не видел. Да, я видел. Только поближе не смотри. Как интересно, о! Какие лапочки. Вон, какие. Вот они, глазки, ага. Маленькие очень. Маленькие, где? Да? Ну-ка. Вот тут. Вон они глазки, ага, малюсенькие. Вижу. Ну-ка, ну-ка. Ой, ой, как интересно. Любит окей. Ага. Глазу. А как... вот они, круглые. Ага, кругленькие глазки, да-да-да-да-да. Ну надо же. Угу. Как интересно. Ой, ой, ой. Мохнатенькая, да, пузико у него или нет? Мохнатые чувства. А, да, чувствую. Чуть-чуть мохнатенькие, ага. Там. Ага. Надо же. И цепляется, так а, держится, да, да, держится. Да, да, да. Вцепился. Ага, смотри, если он цепляется еще сильно, то он хочет освободиться. Ага. Точно. Ну-ка еще раз я поближе посмотреть. Ну-ка, Галь, глазки где у него вот эти вот? Вот они, ага. А вот это вот посередине, что это, рог у него или что? Вот да, это рог. Ага, о как. Я чувствую это. Ага. А вот тут у него нас тут по, чувствуется. Броня, да? Угу. Не броня, еще вот эта ямочка. Ямочка. Угу. Угу. Ой, как интересно, какой он плотненький. Угу. О, а это рог, смотри, колюченький, да. Угу. Такой. Тоже, наверное, рожок. Вот потихоньку будет защита. Расти. Ага, защита, да. Он будет потихоньку расти и будет. Менять. Хорошо. Ну да. Когда они растут, они меняют. По-моему, свой панцирь слазит, другой появляется. Ну, это я предполагаю, но, по-моему, так и должно быть. Ага. Надо почитать о них, да. Интересный. Ну, вот этот рог прям, вот, Галин, потрогай. Так интересно, такой прям чувствуется. Да, ага. Угу. Ой, какой он блестящий, лапки такие, смотри, блестят как. Ага. Красавец. Ну, правда, красавец. Все, его надо. Красавчик. На ну-ка, свободу. Ну-ка, Владимир, еще пузико покажи мне, разверни его. Ой, вот интересно. Тут, вот тут лохматые. Ага. Ага. С краю под этими лапами. И на лапках. И вот тут тоже. Ага, вот лохматочки. Да, видно эти вот матюшечки. Значит, если ты говоришь лохматый, он чувствует, где трогается. Ага. Да-да-да-да. Ты какой? Манюня такая маленькая. Да, это кузнечик, точно. А почему не зеленый? Кузнечики обычно зеленые. Обычно зеленые. Разные же виды. Значит, о, это маленькая цепляется саранча. Как? Это маленькая саранча, если коричневая, наверное, так. Нет, скорее всего, кузнечик, наверное. У саранчи же жало, а тут жала нет. И ножки такие длинные. Это точно кузнечик маленький. Кузнечик. Ага. Ушки маленькие. Ага. Коленками назад, да? Коленками назад. О, цепанулся. Эй! Сейчас покажу. А, это он же сидит? Да. Приручился, не хочет уходить, да? Ему понравилось. Хорошо. Не обижают, ноги не выдергивают. Да. Все с любовью относятся к насекомым. Смотри, какой он красивый. Ты посмотри, какой он красивый, оказывается. Какие у него узоры, слушай. Да, вот я поближе сделала тут на камере. Ну надо же.
просмотреть. Я тебе дальше не, сейчас поближе рассмотрела. Такая красота, оказывается. Угу. Такие глазки у него. Сидит такой. Ага, и лапочки-то. Это маскировка. Ага, да, маскировка под дерево. Под дерево, да. Ну, на земле, под травку, да. Под землю, под цвет земли, да. Угу, ну, красавец такой. Ну, надо же. Никогда так близко не видела. Угу. И смотри, прям перламутром, смотри, это самое отражает от света вот эти вот узорчик перламутровый аж. Ну-ка, аккуратненько. Вон, видишь, как красиво, какой красавчик. Какой орнамент, да, вот смотри, Галин? Да. Какой орнамент по краю идет, ну надо же. Красотуля. Надо же. Все, домой идем, домой. Хорошо посидели, позанимались. Владик нам сегодня урок биологии преподал. Жучков разных ловил, показал саранчу. Вот. Но он молодец, он не боится, он их берет, аккуратненько держит. Потом отпускает и на дерево их садит, на дерево, чтобы не в траве, чтобы там не затоптали. Вот, а на дерево, вот на тополя на нашей. Саранча у нас тут тоже была крылатая. Ну, видели все, да. Прикольно, классно. Вот, молодец, ничего не боится. Вот. Все, я домой. Мы домой. Время у нас, сколько, не знаю, 11 часов, 12 час. Я не знаю даже сколько. Но на улице вообще, на улице комфортно. Не жарко, не холодно. Прекрасно, просто хорошо. Вот. Но сегодня первый раз не было дождя. Обычно у нас всегда дождь. Две недели уже. Сколько? Три недели у нас весь июль дождь по вечерам шел. В этом сегодня дождя не было. Не знаю, как будет завтра. В общем, ладно, все. Я домой. Всем доброй ночи. Кому-то доброе утро, добрый день, добрый вечер. Кто во сколько смотрит. Все, всем хорошего настроения. Всем пока.